Владимир Вольфович Жириновский, фракция ЛДПР. Я очень обрадовался, Сергей Викторович, когда вы, отвечая на первый вопрос, остолбенели. Вам мешали отвечать. Министру иностранных дел. Вот так мне мешают 20 лет здесь отвечать. То есть люди не понимают элементарного протокола. Когда отвечает министр, все молчать должны. И перепалки не должно идти. Это министр, отвечающий за внешнюю политику. За вопросы войны и мира. Ошибки в нашей внешней политике были всегда. Мы не можем сейчас дать правильную оценку. Мы всегда ссорились с Европой, всегда воевали, потому что не знали своего места. Европа – это город был, а мы были деревня. И не надо с деревенскими традициями лезть на город. Но русские цари хотели быть такими же, как в Европе. Как наши демократы 20 лет назад тоже захотели быть, как в Европе. Вот получили Европу. В этом смысле, конечно, большое значение имеет именно международные отношения. У нас новый созыв, Сергей Викторович. Почему не дать анализ, как работают наши депутаты в наших межпарламентских международных комиссиях и делегациях? Ваши дипломаты же присутствуют. Наверное, можно было выделить, какие депутаты такой фракции лучше представляют нашу страну? Каков их интеллект? Сейчас здесь многие вопросы задавали. Смотрю, депутат всегда по сельскому хозяйству. Вдруг он великий специалист по внешней политике, так сказать. И министр не знает, что отвечать. Он и не понял вопроса. Вот так они работают за рубежом. Как туристы в основном. Ваши дипломаты вам должны сообщать. Поэтому здесь надо тоже учитывать, чтобы формировали делегации депутатов, которые выезжают за рубеж, не по принципу, что хочется покататься по миру, а чтобы это были специалисты. Поэтому ошибки были. Конечно, Октябрьская революция, все это было спровоцировано извне. Этот английский фактор до сих пор работает. И Горбачева подготовили они. Они первые в Лондоне, так сказать, дали положительную оценку. С этим товарищем можно иметь дело, сказала Тэтчер в декабре еще 1984 года. Он еще не был генсеком. Они уже поняли, вот это то, что нужно. Ставрополье, юг, коррупция, жена, любит украшения, все. Можно найти подходы. И нашли подходы. Страна рухнула. И в первую очередь Ельцин позвонил президенту США о крушении страны. Коммунист Ельцин. Американский посол ждал его туда, спасти на всякий случай, в 1991 году потом. И в первую очередь туда, Бушу. Буш, мы тут страну разрушили. Вот вам самая большая опасность в нашей стране. Не натовские войска, они никогда воевать с нами не будут. Не американские, никогда ни один солдат американский не будет нас стрелять. Пятая колонна. Вот этим вы, дипломаты, должны помогать ФСБ России и кремлевским нашим верховным правителям. Где у нас пятая колонна действует, куда она нас ведет и что они, так сказать, собираются делать, так сказать. Вы же знаете их контакты там. И ваши дипломаты видят, сколько раз в месяц они приезжают на частных самолетах, где живут, с кем встречаются. Поэтому для России никто не хочет испытать мощь русского оружия. Разрушать будут изнутри. И вот изнутри разрушили так, что сделали то, о чем Наполеон не мечтал и Гитлер. Руками пятой колонны сделали больше разрушений. Дальше возьмем сегодняшний день. Вам Грузия не нравится, нам всем правильно. А кто Саакашвили к власти привел? Кто? Не ваш предшественник Иванов, министр иностранных дел, ездил туда, в Тбилиси, и уговаривал Шеварнадзе сдать власть Саакашвили. Теперь нам говорит другой министр, плохо отношения с Грузией. А зачем посадили Саакашвили? Почему убрали русских пограничников с таджикско-афганской границы? Потоки наркотиков. А что же убрали русских, которые не пропустили бы? И теперь Таджикистан пропускает специально и ждет как можно быстрее, побольше. Наркобароны таджикские построили какие-то дворцы. А мы охраняем их режим. 201-я военная база охраняет режим таджикских наркобаронов. Посол Таджикистана в Москве меня ненавидит. Ну что теперь делать? Я говорю правду, об этом знает весь мир. Поэтому ошибки совершаем. Среднеазиатское направление совсем упустили. Все великолепное, самое хорошее отношение к нам. И потеряли за просто так. Опять некому было подсказать нашим правителям. Теперь Сирия, конечно, это Испания 1936 года,
Иран будет больше 1939 года, но дальше они не пойдут. Дальше пятая колонна будет работать здесь. Новые Прохоровы, Навальные, Немцовы, Собчак. А кто Собчак там выпустил на политическую арену? Кто эфир дает? Телевидение дает? Мы же сам. Кремль все это делает. Мы же что, не видим, кто это все делает? Сами создают пятые колонны, ненужные партии, ненужных кандидатов в президенты. Добавьте полминуты. Внешняя политика, полминуты. Вы добавили предыдущему? Добавил и вам, да? Владимир Ильич. И вам добавил. Добавьте. С уважением, да? Да. Потому что... Нет, вы должны понять. Добавили? Ведь я профессор международного права. И ни разу ни один журналист не сказал, что я единственный здесь сижу. Все остальное, вы хорошие ребята, но вы больше специалисты по поднятию пахоты. Земля. Пахать сейчас весна, осенью собирать. Но собирать вам нечего. Саранча, прилетевшая из Казахстана, весь урожай уничтожает. Поэтому я очень хотел бы, чтобы, Сергей Викторович, у вас появилось больше профессионалов. Вы правильно, ловко уходите от всех вопросов. Но самое страшное, что когда они дорабатывают дипломаты, эту работу заканчивает русский солдат. Вот я бы хотел, чтобы больше никогда русский солдат не заканчивал брак в работе дипломатов. Спасибо. Спасибо. Андрей Аркадьевич Климов.